И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кирилл Геймер, Дэн, Лисик, Мистер Старк, ОлТВ, Крошка-Крошка, Фрэнка, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем тоже привет. Всем привет. Всем привет. Ребята, сегодня будем выживать в школе Балти, убегать от монстров с Poppy Playtime Chapter 3. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем выживать. Первый у нас вызвался стать монстром, это Максим, Крошка-Крошка. Давай, Максим, покажи, на что ты способен. Вы же знаете, что этот мод улучшили, теперь монстры бегают нереально быстро. Но мы можем их замедлять. Просто закрывать двери. Согласен. Ребята, залетайте в мой инстаграм, ссылочка в описании. Я веду свой блог, и можно теперь посмотреть, как я живу вне ютуба. Всех жду и стараюсь снимать такую чушь. Ой, всякую классную тему. Готовы? Да, мы готовы. А если вы хотите с нами пообщаться, залетайте в дискорд. Ссылочка в описании. В дискорде поорем. На тебе. Ты что, убил уже? Лисик, ну ты чего? Да, кстати, нет. С нами записывают первый раз девочка. Тысячу лет у нас не было девчонок. Нет, у нас были. Ну давно не было. Так, это что, у нас уже два монстра теперь? Да. Отлично. Надо я двери везде пооткрывать, я чувствую, я сольюсь, если будут двери закрыты. Так, да, короче, да, тактика открываешь двери. А мне интересно, вот мы когда его уменьшили размером, он стал быстрее бегать или медленнее? Это как-то сыграло роль? Нет. Нет. Он все равно быстрый? Да, он такой же скоростью. Я понял. Короче, можно забегать быстро в двери какие-то, и он не успеет туда быстро забегать. О, я буду на улице тусоваться. Давай, Максим, я тебя жду на улице. Щенок! Давай. А, вот так ты со мной, да? Да, я тебя не боюсь, потому что ты рохит. Ну, сейчас посмотрим. Ой, чувство, наговорил какую-то фигню, сейчас он придет и замочит меня. Ну, посмотрим. Кто останется последним, тот будет победителем. Вы же знаете эту тему? Да. Вот, я вижу, идет монстр. А кто это идет? А, все, фух, слава богу, мимо прошла. Это Лисик была, я понял. Наверное, я. Ходи, ищи нас. Ходи, этот, мы не против. Что-то я не вижу Максима этого. Щенка! Еще! Ну, Дэн, ну вы че, сговорили, шо ли? Я хлеб положу на место. Блин, я так сольюсь. Так ты уже слился. Нет. Нет, Дима не сливал. Нет. Сейчас к нему монстр. Смотрите. Просто красавчик. Щенок, не догонишь меня. Ла-ла-ла-ла-ла. Блин, ребята, я так переживаю сильно. Блин. А вот он бежит. Ну, беги, беги. Удачи тебе. Ну, нечестно. Я одну дверь открываю, ты две. Куда ты делся? Я вот. Давай, среди этих шкафов побегаем, ребята, это очень стрёмно. Неудобно, да, управлять, ребята? Неудобно. Так, я сейчас резко выбегу, смотрите, раз, два, побежал. Отойди от двери, там, кстати, сзади тебя человек стоит, ну мочи его. А, тут двери нету. Блин, а! Ах, ты жопа. Ну да, я такой. Дин-2 оставался к нам. Да не, я буду здесь среди парт выживать. Вот, чуть не выбежал. Блин, ребята, очень опасно и очень стрёмно. Ой, не заметил. Ну, Дима. Ну, давай. Ты будешь мне уроки? Да, я буду урок вести. Сегодня у нас на уроке обзор конченых монстров Кэтнэп. Мистер Шарк умер. Ну, ё-моё, пацаны, давайте жить нормально. Так я живу. Шарк. Ну, мистер Шарк. Что-то вы легкие какие-то. Согласен. Я хочу остаться последним выжившим, поэтому я буду победителем. Я даже чувствую, как меня одевают медаль на шею золотую, 5-килограммовую. Я буду лучший игрок. О, привет. Ну вот, вы что вообще мочите, пацаны? Давайте инфу, ребят. Нет, я хочу выжить. Хочу. Да ну пожалуйста, ну не убивай меня. Ну не надо, ну пожалуйста. Чего? А как ты меня убьешь? Никак, да? А я буду так возле краешка. Там нет, пацаны! Ну не надо, пожалуйста! Ну идите Кирилла Геймера убейте! Да я хочу выжить! Ну не надо! Ну Макс... Блин, дверь! Смотрите, дверь блокирует. Ну из жопы. Так, я сейчас резко обман... Открой двери, пожалуйста, Максим, это нечестно. Нет, дверь мне сделала. Так, резко. Опа, так, не получается. Отвали свои руки длинные, убери их! А!
Нет, я... У меня ёлки достать! Так, а если я резко побегу и открою дверь? Откройте двери, пацаны, кто-то. Кирилл Геймер, открой мне двери, пожалуйста. А где? Я в классе здесь. Я не знаю, какой номер класса. Но здесь два угонченных монстра. Они меня убьют. Нет, они тебя не убьют, я обещаю тебе. Это самое главное, я. Может, вы убьете Кирилла все-таки? Я хочу быть победителем. Нет, Дим, нельзя. Блин, даже летать нельзя. А я сейчас резко выбегу. Так. Блин, ну он стоит прямо на дверях. А если я спрыгну, я тупо умру. Я уверен в этом. Да не. Да. Дайте мне фору, дайте мне выбежать с класса, и тогда дальше будем гоняться. Давай. О, Кирилл. О, дайте реально мне фору. Ну хоть хорошо. Какую-то. Только не убивайте, обещайте, что не убьете меня. Хорошо, Дим, я даю тебе фору. Ребят, соловки. Есть! Кирилл. Что, говно, иди сюда! Да, иди в столовку, я Кирилла держу. Он в столовке, я иду до Кирилла. Кирилл, ничего. Все, я убил Кирилла. Есть, я победитель, ребята! Класс! Поздравляю, Дим. Я Рагуль, хотел сказать. Я играю лучше всех на планете. Ну что, я один остался. Давайте, я продержусь, если больше всех, то значит я буду победителем. Давай, Дим, ты где? Фу, давай. Ну, Дим, ты же выиграл, потому что я тебе дал выйти. Ну да, я согласен. Но Кирилл мог бы тоже договориться каким-то образом. Как я не попал? Вы не сможете меня убить никогда. Блин, ребят, это так стрёмно. Но ты гений. Я лучший, я лучший, я лучший. Блин, так классно, когда ты выигрываешь. Давайте, идите ко мне, пацаны, я здесь, на горках. Ой, идет монстр мощный. Ну хорошо, я тогда буду спрыгивать. Так, сейчас я разгоняюсь и резко бегу. Давайте проверим, сколько секунд я продержусь на улице. Хопа! Есть. Все, погнали. А вот это... Вот это класс! Что ты, монстр, что ты мне сделаешь? Опа! Блин, ребята, это очень круто так выживать. Я самый лучший игрок. Давай, 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 давай. Опа! Опа, блин! На тебе. Это кто меня убил? Я тебя убил. Да ну, Максим, это нечестно было. Ну ладно, я ладно. Всех сегодня убил. Хорошо, давайте теперь я буду монстром. Максим, давай, ты готов сливаться? Да я готов выиграть специально. А, да? Ну я выиграл. Я, если ты дольше меня продержишься, значит ты будешь вообще красавчиком просто, понимаешь? Так, сейчас я его уменьшу. Ребята, у нас есть такой мод, где можно уменьшать этих монстров, потому что они не проходят в двери класса. Эй, вы где? Я хочу вас уже всех убить. Вы что за... Мы в прятки что ли играем или что? Не знаю. Да не говори! Это я говорю обычно Рахиту, Максим! Да не надо на меня обзываться! Дверь! Я в дверях застрял! Да-да-да, так бывает. Ну дверяхи! Ну ладно, блин, не могу пойти туда! Так, нюхаем, где запах говна, там и Максим. Не, могу дать подсказку. О, давай, давай, где ты? Они все на улице. Ну а где ты был, Дим, в первом раунде? Ну я иду туда. Ты на улице? Нет. Ну я был здесь в первом раунде. Вот. Ну что, иди сюда, иди. Так я не достану там. Я ж там так долго не сидел. Где? На сетке. Вот и убежала я. Вы задрали двери закрывать. Вот. Вот. Ну что, щенок, я тебя догоню. Пробежал быстро за клейнером. Да вы задрали двери закрывать, я застряю в них. Ну двери, это двери липучки. Ну куда ты бежишь? А я вот сейчас человека убью. Кирилл, я тебя убил. Кстати, это была плохая идея в двери пытаться забежать. Дим, давай подсказку дам. Так... Ну, сразу! Закройте все двери! Да блин! Двери. Он видосом дверь закрыл! Ну, Максим! Жуй слизня. Да я не могу жевать их. Да, что ты в дверь обратно? Во. Да я запираюсь в эти двери вонючие! Иди сюда, иди сюда. А вот тебе дверь, Максим, ты же понимаешь, что ты отсюда уже не выйдешь? Так это мои приколы, это я и делал, и придумал так. Давай. Кирилл Геймер, иди сюда, иди ко мне сюда.
Я тут в коридоре стою, жду. Смотри, ты когда прыгаешь, ты должна контрол. Где ты там ждешь? Не надо тебе ждать. Да ладно, сиди там. Вот, иди сюда. Иди, заходи. Раунд сидеть. Так не, ж долго не сидел, мы тебе даем фору, выходи. Мы тебя не будем убивать, все, давай мы, короче, выйдем. Все, выходи из класса, мы тебя убивать не будем. Все, мы отошли от двери вообще, все, уходим. Я сижу в одном из классов. Дим, я тебя вижу из двери. Ну я, не, мы не будем тебя с Кириллом убивать, мы обещаем. Ты ж меня не убил. Кирилл геймер прямо сбоку стоит. Ну Кирилл, давай мы в одну сторону все, уйдем, все, выходи. Все, побежали за ним. А вот теперь я тебе специально так, чтобы тебя убить в итоге. Да блин, двери эти вонючие. Я в песочнице ногами ударился. Блин, это прикол, это реальный прикол. Ну меня троллит. Ну Дима. Да я не могу так, как ты, понимаешь? Не могу. Как я? Эти двери сейчас все удалю. Я не могу. Я застрею, как жопа какая-то. Почему как жопа? Ну ё-моё, чё я застрею в них? Это голимый монстр. Да. Тупая физика предметов. Кирилл, ты возьми лучше быстро этого кэтнепа, будем быстрее гоняться. Это только два получается? Ну да, мы никого убить не можем, понимаете? Где вы все? Ну поддайтесь. Да, Дим, ты так не поддавался. Есть! Да как это? Жопа липкая! Ну как что, я его не убил? Там сзади пробежал этот, лисик. Есть! Лисик, ты вкусная была. За что? Ах ты крыса. Дима, быстрее. Где? Максима зажал. А где он? Моя нога там должна торчать где-то. Иду, я ищу. Это где-то в коридоре длинном? Около столовки. Съел. Молодец. Я поддался. Да. А ты так всегда говоришь, когда проигрываешь тупо. А, я нет, тоже я так говорю. Нет, я правда поддался. Я тоже так говорю. Ну ладно, ты поддался, я согласен. Ну блин, я же монстр, я хочу кушать. Блин, так, своего... Да блин, у меня автокликер, и уже как-то сама рука жмется. Я не хотел. Ну, да. Я просто у меня какое-то движение конченной руки и убил. Так, пацаны, кто за монстр играет, открывайте везде двери. Так, давайте перекличку. Кто еще живой? Я. Я. А, вас еще много, да? Так, там никого нету? О, я понял, как за монстра играть. Надо остановиться возле двери, открыть ее, а потом только проходить. Блин, а я никого не вижу. Выходите, не бойтесь, мы вас не будем сильно убивать. Я боюсь. Давайте на улицу, пацаны, на улице легко выживать. Где они все поныкались? Тогда мы играем в догонялки, а не прятки. Ну, пацаны. Хотя я тоже прятался. Да я чуть-чуть прятался, когда уже их вас было много, я уже вышел. Ну и где вы? Я Патрика нашел. О, я его тоже хотел убить, но не смог. Он такое скользкое. Жипа. Жипа. О, так я его не увидел. А как ты, Вась, слазь? Эй, слазь давай. Во. Так, побежал. Да... Ух ты какой. Так, да, на двери. Так, бегу. Я разогнался крепко уже. Все, пацаны, я в столовке. Есть. Ты убил его? Да. Отлично, молодец, я рады. Хорош. Добегался, Патрик. Да, я вижу? Долго не хватило тебя. Патрик на улице. Так, Максим, а ты где? Я в столовой. Ну ты же за монстра уже играешь, правильно? Ну да. Чё тебя тут не вижу? О, вижу. А тут никого нету. Там Патрик на улице на батуте. Ну идем туда. Уже нету. А, всё? Его уже убили. Так, кто у нас еще в живых остался? Я. ОЛТВ, ты... Я нашел ОЛТВ! Все, давай, если ты продержишься дольше меня, то ты будешь победителем. Вот тут, заходи. Давай, мы... Нет, зайдем. Ну нет! Секунд, прятался. Есть! ОЛТВ, у тебя не получилось, понимаешь? Ребята, приятно осознать, что я победитель в этой серии. Если бы вы не зажали, я бы выиграл, все. Если бы, да, кобы во рту выросли грибы, ты проиграл, все.
Я побежал, я победитель! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОлТВ, фуфло какое-то, заварной кофе, Дэн, Гусанёк, Кингенфайр и Тучка. Пацаны, скажите веселые слова. Всем привет! Салам алейкум, братья, я хочу кушать. Ай-яй-яй-яй. Пишитесь на канал. Ребята, мы нашли оригинальную карту, на которой будем сегодня выживать от монстров Poppy Playtime. Смотрите, как эта карта круто реализована. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а я начинаю быть монстром и пацанов мочить. Я вышел на охоту. Смотрите, сколько здесь классных телевизоров. Пацаны уже все говном закидали, здесь все телики. А вам что, нравится какашками все забрасывать? Эй! Разгоняемся. Блин, тяжело, когда я поворачиваю, у меня скорость... Так, стоп, я не понял, я же должен тебя был убить. Чё, я же касаюсь твоих булочек даже. Во, есть. Булочка с сосиской. Булочка с сосиской. Эй, Дэн, попрыгунчик. Есть. Ага, не получилось. Если, короче, из-за этого монстра будем очень быстро всех убивать, мы тогда его не будем брать в следующем раунде. Стоять. Ё-моё, ну стоять. Да кто-то за углом сидел. Я, кстати, когда уже пробежал, увидел левым глазом правой руки... Да, и Тучка, я знаю твой скин, это ты. Ну ты не знаешь меня, да я это ты! Стоять, Ричи, разгоняемся! Да блин, вы с этот... Блин, этот вонючий стол! Ну! Ну стоять! Ну! Ё-моё! Иди сюда, я зажал Тучу в комнате. Отлично! Отлично, у нас уже трое монстров! Четверо монстров! Да, это читерский у нас монстришкин. Вот он. А, он туда? Давай, я его тут жду. Так, я его ожидаю в коридоре. Есть, стоять! Да ну блин, мы друг друга съели, ну ё-моё. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, залетайте в мой инстаграм. И в дискорд ссылочка где? В описании. Ребята, в инстаграме моем можете увидеть, как я живу вне ютуба. А где Гусанёк? А где Гусанёк? Он зашкерился, это ж гусь. Вот! И Тучка, ты хорошо сильно играешь чересчур. Есть, молодец, что ты его съел. Он мне давно уже не нравился, всем говном тут своим забросал. Я знаю, где Саня. Ой, извини, Тучка, но у меня психологическая травма, я должен всех убивать. Да буду знать. Привет, ребят. Саня читер. А где ты, Гусанёк? Он в электросчетовой. Вот, Дима, иди сюда. Иду. Ага. А как мы его достанем? Ничего. Кингофайр готов? Гусанёк. Да ё-мо, Гусанёк, мы из-за тебя убиваем всех. Спасибо. Да хватит, да пацаны, мы не убьем, так мы себя убьем. Гусанёк, слазь, очкошник. А, ну все, и убили сразу тебя. Так, ребята, второй раунд будет немножко тяжелее. Так как Гусанёк будет сейчас еще играть, а мы поддаваться не собираемся. Все, и Тучка, я с тобой выживаю. Давай, там у нас тут... Эй, слазь! Нельзя залазить. О, пацаны, кто будет... А что это у нас за... О, игрушка, классно сделать. Блин, это Гарфилд, что ли? Я борщик хочу, приготовишь? Да, хочу. А, борщик? Хорошо. Да. Ура. Так, смотрим, где Гусанёк, он где-то тут уже ходит, я слышу топанье. А, это ты топаешь, чё, блин. Так нельзя делать. Можно. Кто-то монтировкой... Вот идет. Вот-вот-вот, ребятушки, будьте осторожны. Гусанёк за углом сразу с левой стороны стоит, смотри. Да, как-то надо было... Гусанёк, у тебя пиписька между... этот гусь. Гусь пиписки. Она вся заросшая. Хорош. Хорош, Гусанёк, убил. Бегите. Бегите. А чё он такой быстрый? Ты же говорил, что медленные они все. А не, Гусанёк, кстати, от тебя легко оторваться. Ладно, можно по прямой просто вот так бежать. Не получится никогда. О, Дима, привет. Видели, как я его обманул на красоте? Гусанёк, ты не убьешь никого. Ладно, давайте шкериться. И Тучка, я с тобой. Дима, я О, давай за углом встанем. Ты на чем палишь? Я не палю никого. Вон он идет. Мне страшно. Так, уже сколько монстров? Два монстра. Смотрите, как этот раунд уже намного стало более балансней, что ли. Так, идет. Гусанёчек, ты нас не убьешь. Давай, пипискин гусь, иди сюда. Ребята, настроение классное, пипискин гусь. Красиво, я прямо в него ударился, почему меня не... Гусанька убили! Friendly fuyer, friendly flyer. Фуер. Смотри, сколько тут телевизоров классных. Не посмотри направо. А что там? Там Дэн сидит. Дэн, давай слазь, это нечестно. Дэн, ну это нечестно. А если мы удалим полочку?
Дима, обернись. Дай ему булочки с сосиской. Опа, смотрите, получается, один человек будет стоять на входе, а другой хочет нас убить. Ай-яй-яй. Так. Осторожно, осторожно, будьте. Гуськин сын идет. Убил. Пробежали. Есть, есть, убежали, ребята, блин, как же это классно, когда пробегаешь прямо возле них. Я не спасся. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. О, можно тут по кругу побегать. Давай, иди сюда, иди, иди. Что ты, гусанечек, не получается, да, у тебя? Опа, Шкатулкин сын вышел. Где? Я сейчас... Да там шкатулка бегает, вонючая. Блин, ребята, целый движ уже. Так. Шкатулка, чтобы отомстить. Опа. Ай, блин, нет! Меня Шкатулкин сын съел, ё-моё, блин, так дернулся сильно. Ну и хорошо, я поддался специально. Все, сиг. Убили? Да. Молодцы. Что, всех убили опять? Да. Да. Сейчас все потренировались, третий раунд будет намного тяжелее. Я даже Фуфлику сильно, честно, не завидую. Он сейчас будет страдать, реально страдание. Карта на самом деле очень просторная. Здесь мансить можно очень жестко, да, пацаны? Да. А Дима, ты где? Я иду там, где телевизоры, давай там встретимся. О, давай, мне тут. Пойди сюда, ребят, тут флешки идут. Фу. Все, да, будем тут тащить. Включай мультики. Давай. А какие? Давай этот, Огги Кукарачи, давай. Давай. Опа, мы тут стоим. Потроллим немножко его. Ну, мы тут долго стоять не будем, когда он придет, мы спрыгнем. Гусанёк, ты куда залез? Эй, быстро слазь оттуда, негодяй паршивец гусячий. Эй. Ой. Опа, пришел. Нападай, ну давай. Опа, ну что? Щенок, давай, мы тебя не боимся. Бейте его монтировкой. Я просто тебе, мы его боимся. Бейте его, да. Не получилось, попытка была довольно-таки неплохая. Там гусенек на люстре остался, но это не честно. Надо было скинуть. Сейчас столкнем его, не бойся. А, ты хочешь меня конкретно убить? Не, у тебя не получится, потому что я профессиональный монсанчик. Так, пацаны, я вас жду там, где спаун. Давайте сюда идем. Блин, почти залез. Дима, я веду его сюда, наверное. Ну зачем? Не надо, я ухожу тогда отсюда. А, то есть... Нет, нет, ты давай, что тут на пятачке выживать. О, давай, давай. Тут можно среди ящиков очень классно мансить. Может, пойдем в системники, не? О, смотри, как я могу сесть. Сейчас, помогите, сейчас. Ребята, он за мной бежит. О, где? Смотри. Посидим на ящике, потусуемся. Я его к вам веду. Все, ребята, мы отдыхаем. Один монстр уже, смотрите, там появился. Значит, он убил кого-то? Нет, я просто... Я немедленный слишком. А, ну хорошо тогда, так тебе и надо. А я сказал, что будет тяжело. Давай, давай, жабра вонючая. Я не знаю, что, но вонючая жабриха. Бобриха? Бобриха, да. Радиоактивная. Не, ну чтоб ты того взял уже, ладно. Папе, папа длинный эласт идет. Так, мы все здесь. Ой, он бежит. Приближается. Смотрите, какого монстра взял сильного. Ну, кстати, этот побыстрее будет. А ты что, издеваешься? Гусанёк, ну ты не будешь слазить? Ну я подожду, пока много будет людей. Это так нечестно! Как это ты будешь ждать? А вдруг он тебя убьет? Шкатулькин сын. Так. Опа, уклонились. Что ты, Рахит? И ржет, бегает, главное. Ой, ой, ой. О, Дима, спасибо. А тут же ящики, тебе будет неудобно. Никак не получается. Что ты, что ты? Смотрите, как красиво. Шкатулкин сын пришел. Пацаны, валите. А шкатулка быстрая, реально. Ой, вы красиво там встали. Они вас не видят, когда пробегают. Что за читерство? Я видел. А ты их видел? Да, я просто не стал убивать. А мы... Блин, их двое. Эй, быстрее, пацаны, спасайтесь. Давай Диму убьем. Они меня никогда не убьют. А, не, вы меня не убьете. Я лучше играю всех на планете. Да. Видишь? Красота, просто, ребята, ускакал, как попрыгунчик. А не, я боюсь кофе, не, не хочу. Не бойся, не бойся. Да я боюсь, надо там меня. Смотрите, лучше сиди там. Встал на проходе и ждет. Так. Иди ему гоняй, давай. А че вы именно за мной постоянно? Я же как бы свой. Не, я же так King of Fire. А, шкатулка думает, что есть, что я не пробегу? Да пробегу на изично там. Хорошо, давай. Смотри, смотри. Ай, блин, больно! Ну, шкатулка, это ты виноват. Да, я виноват. Ладно, ладно, хорошо, договорились. Я тоже выхожу на охоту. Так, это что, у нас уже трое? Четверо?
Нет, нет, нет. А, ты поменял монстра, я понял. Нет, да. Пожалуйста, нет, нет. Нет, не хочу умирать. Так, выглядываем, где же они есть? Да не стопорите, ну блин. Есть, 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 вот. Ай, блин, чуть своего не убил. Настя, на проходе, Дим, я буду ловить. Все, давай. Вот. Да вы что издеваетесь? Да ну. Ногой, Санечек, ну стой. Давай, тучка. Хорошо, я возьму другого монстра. Иди отсюда, гуляй отсюда. Гигантский кот Дримот. Гуляй, фуфлик. Ну что, смотрите, как я сейчас всех быстро убью. Я же профессионал. Ой, ой. И тучка. Нет, нет. Кто живой, пацаны? Я. Нет, 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 нет. И Дима, тучка, Дима, и все? Нет. Тёк, я убил кингофарта. Это все, ладно, хорош, Сигма. Давайте, все. А что кто был последний? Санёк? Нет, ты был последний. Да? Нет, я. Саня еще живой. А, Гусанёк живой? На Саня читя просто. Саня не может быть читя. Вот он! Я его прям поцеловал гусячью жопу! Будем. Есть! Есть, Гусанёк! Что ты теперь нам скажешь? Последний раунд. Гусанёк у нас будет за монстра играть. Вот он идет, смотрите! Вот он, вот он, вот он приближается, Гусанёк! Ну что, мои маленькие пупсики, готовьтесь к смерти. А мы все тут, да? Никого не вышло. Нет. Сзади тебя игрок играет, смотри. Я пошутил. И тучка пила. Повелся на все, ведешься, да? Я не слепой, Фуфлик, я вижу, что он там идет. Давай запрыгивайте, я вам посажу. Пойду, ты слепой. А куда он пошел? Ты куда идешь? Стоять! На колочко. Блин, чуть не обманул меня. Все, пацаны, будем тут. Ой! Ай-яй-яй-яй-яй, блин, чуть не поймал меня, блин, ребят, вы видели? Еще в чуть-чуть пару пикселей молекульных. Дима, можно монстров брать? Любых, любых. Что, Дима, выживаем, да? Так, все понятно. Ой-ой-ой. Нет, ребята, так не пойдет. Какие люстры? Куда вы запрыгиваете? Ну, это Саня тактика. Помогай. Так, смотрите, теперь один загородил, а другой нас мочит. Отлично. Резко. Хопа. Нет! Нет, пацаны. Я пожертвовал собой заради вас, понимаете? Ой, дерьмот, ой, дремот. Дерьмот. Ребята, хочется посмеяться, на горло болит. Хочу поржать, как конь, не получается. А кто? Кто еще живой? А кто еще живой? Я. Ага, и тучка, и да. Ага, головка бугая. Блин, я не успел замансить. Хорош. Ну блин, дай пройти, но мы не можем разминуться, да не убивай меня. Ну что вы делаете? Я же свой. А я знаю, где Дэн, я знаю, где он. Вот он бегает. Вот он бегает. Так, давайте будем на проходе стоять где-то и чекать. Ой, Стигма. Все! Молодцы, молодцы. Че, все, всех убили? Решающий раунд. ПВП. Каждый сам за себя. Играем за монстров. 3, 2, 1. Погнали. О, я не успела. Да что ты такой быстрый? Ну и тучка. Ну ты был хорошим чилипиздриком. Молодец. А не убил. Ой-ой-ой, что творится? Так, кто еще живой из монстров? Я. И я. Да ну как? Кто меня убил? Хорош, хорош. На меня еще двое напало. О, так, я вижу еще. Вот. Давай, коняка, иди сюда. Коняк. Ну нет, а как ты это делал? В соло. Ты выиграл всех? Нет, я живой еще. Давайте, ребята, наблюдаем. Шкатулочный сын идет. Давай, шкатулкин батькин сын, давай. Батькин сын. Полотенце. Где ты, шкатулкин? Да вот я бегаю. А, вот. Давай. Ну, шкатулка, убей его, пожалуйста, я за тебя болею. Давай. Да ну не его. Ну блин, да. Ну и все. Кто у нас победитель? Я. King on Fire. Лучшие монстры в этом ролике. Красавчик просто. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Мистер Патрон, Фофлекс, Дэн, Гусанё, King on Fire, ОлТВ, фуфло какое-то. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Привет. Антон, пацанчики и девчонки, сегодня будем выживать на крыше небоскребов и будем убегать от монстров Poppy Playtime с части 3. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Да ладно, даже так он все равно не поймает. Но... Поймает, тут тебе так кажется, сейчас кто-то затупит. Вот я его стопорю, видишь? Ну, блин, еще чуть-чуть не пойму. Сюда! Что со мной? Что? Эй! Дима, о, все. Я не лох, я хороший лох. Ну что, ребята, теперь я тоже монстр. А вдвоем мы уже сможем убить вас. Смотрите, вот он гонит этого человека, а я резко беру и убиваю его. Окружай их.
Так, блин, ну классно на крыше небоскреба выживать, потому что реально никто никуда не денется. Все будут выживать на этом маленьком пятачочке. Давай, во, все, мы сейчас его убьем. Блин, нам надо как-то, чтобы перейти, довариться и замочить. Вот, ну, есть. Ай, блин, да ё-моё, да я подался специально. Блин, это ж надо так затупить. Хорошо, поехали дальше. Но мы же должны убить хоть кого-то. Я-то убил тебя. Ну да. Но я хотел поприкалываться, чтобы ты типа, как касался меня, но не смог меня убивать. Но при этом ты можешь меня убить. Это было странно. На расстоянии убил. Так. Вот мы следим за человеком. Есть! Есть! Я знал, что я убью тебя. Так, ну что, уже три монстра. А вот сейчас будет еще сложнее. Я поддался. Да ты не поддавался, меня, как ты пердонул, когда я тебя убил. Так, ждем. Вот. Ну, стоять! Есть еще одного убил. Ребята, ну что, у нас уже четверо монстров. Это будет жестко. Кто останется последним выживший, тут будет победитель этого раунда. Эй, ты взял Рахита медленного. Ничего. Ну да ладно. Это никак не повлияет, потому что я сейчас этого челепиздрика убью. Иди сюда. Так, вот, зажимай, гусанька мочи. Я не хочу, чтобы гусанек выиграл, я его должен убить по-любому. Ну, стоять! Нет. Он упал. Да, блин! Есть, разбился один. Я представляю, с какой скоростью вниз летел с гравитацией 1000. 10 тысяч. Так. Вот гусанечек. Смотри, вот. Да, блин, извини, блин, своего гусанек подставил. Видишь, что он сделал? Гусанечек! Мочи, гусанька! Ну блин, ну мы рядом были. Дэн, прощай. Дентоус. Дементоус. Вот это что творится? Мы друг друга едим, пацаны. У нас каннибализм какой-то здесь творится. Так. Блин, ну прикольно. Прикольно получается. Так, Дэн. Да, Дэн, ты не обмануешь. Так, давайте подловить. Вот гусанек бежит. А ну Вот, Дэн. Блин, я хочу его очень сильно убить. Ой. А часами завалил. Чуть-чуть. Че, гусанек выиграл? Нет. Так, решается, кто же будет победителем первого раунда. Гусанек или Дэн? Давайте за гусаньком все. Он нас скамит, это читер. Нет, смотри. Эй, ты между ног пробежал. Ай, блин, это было больно, очень больно. Ай, то что? Блин, это жесть просто. Я поймал домой. Да ё-моё, я не могу спрыгнуть даже с высоты. Что, убили всех? Нет, Дэн еще. Дэн, ты победитель! Давайте посмотрим, как Дэна поймают. Все равно, даже мое участие там и не нужно. Один монстр улетел случайно вниз. Давайте проверим, сколько он минут продержится, хотя приблизительно, чтобы было с чем сравнить. Вдруг кто-то в следующем раунде тоже останется последний выживший. Так, давай, Дэн! Ну! Ну, блин, ну, Дэн! Ого! Хорошо, я тоже буду за ним гоняться, может, я его убью. А, все? Да. Ну, ладно, Дэн, теперь ты начинаешь. Ой! Я просто не успеваю слезть, я разбиваюсь. Блин, ну гравитация мощная, делает чудеса. Да, получается, спрыгнуть невозможно, да? Дэн, мы готовы, давай, покажи, на что ты способен. Так, смотри! Он просто улетел вниз! Ты был хорошим человеком. Ну что, теперь два монстра. У Дэна быстрее получается, на самом деле. Еще один! Вы что, сговорились? Вы что, падаете вниз? Они вкупились. Получается, гравитация большая, даже если вы на краешке стоите, оно как-то вас сразу вниз тянет. А не, это так не работает. Блин, ну без быстрого бега и прыжка очень тяжело. Хотя быстрый бег есть, но он очень как-то рахитный. Да, есть, съел! А вы друг друга идите, ну что вы делаете, пацаны, давайте мочить нас. Слышь ты, черепиздрик, иди сюда, давай. Опа, не получилось. А. Так, ну давайте просто будем по кругу бегать. Эй, нет, слышь ты, ага, не получается. Давай, гусанька, мочи. Давай, нападай. Гусанек, мы тебя должны убить уже. Ой, их там жесть, как много. Нет! Да ну блин, ай. Да ё-моё, да я поддался. Ладно, я не поддавался, это очень сложно. Иди ко мне. Давай, я пошел. Ну что? Гусанёк. Да ну блин, ну мне больно. Ай. Меня колбасит, это жесть просто. Друг друга съели. Ну пацаны, ну что вы делаете? Я пошел. Так, кто остался в живых? Я. Гусанёчек, ну ты ни разу не выиграл.
Я просто не пойму, почему именно за мной бегают. Ну потому что ты должен лучше играть. Олдик, иди сюда. Ты знаешь, что хаги-ваги эти любят гусей кушать? А тебя это жопа гусиная пахнет. Олд, офигел. Так, последний, а кто из нас у нас в живых последний? О, да все, туда его. Я всех последних выживших убиваю, как так? Не, я убил. Олд, ты вымолочек, хорошо. Давайте теперь я буду начинать. Ой, блин, я забыл спрыгивать. Блин, это трэш какой-то, мега-гравитация. Ну что, ребята, я вышел на охоту, теперь я буду всех мочить. Давайте думать, кого я могу первого убить. Я сзади. Давай, поймай меня, Дима. Я поймаю, не переживай. Ты поймаешь. Вот, смотрите, прям иду за ним четко. Ах ты, блин. Я сзади. Так, срезаем угол. Блин, ну я не могу так быстро поворачивать, как обычный игрок. Это очень сложно. Ну, будем надеяться, что кто-то упадет. Ну, стоять! Нет. Что? Да, что у меня сейчас с камерой было? У меня камера как-то закрутилась. Вот. А, я когда поворачиваю в другую сторону, у меня скорость сбрасывается. Ты прям как плохо. Стоять! Да блин, тяжело как-то, пацаны, думал легче. Как-то куда сложно. Писать на звук будет еще сложнее. Давай я помогу. Есть, Дэн! А. Ну, Дэн подался! Ты честно. Ну да ладно, он хочет просто быть в моей команде и показать, как убивать всех, кто здесь у нас есть. Ну что, вдвоем будет легче намного. Дима, обернись. Привет, Дима. Да как я тебя не убил? Я прям коснулся твоей вонючей жопы, блин. Что за бред? Я почувствовал прям. Эти руки должен помыть после записи. Слышь, ты, стоять, иди сюда. Ну. Да ты будешь... Обманул меня красиво. А вы тут круги крутите. А я сальтухи тут буду крутить. Не надо. А мы с Дэном должны ж убить кого-то, ну по-любому. Не, я сзади бегаю, привет. Так. Ну. Ты чё лето? Что это было? Ты должен был упасть уже. Фу, летает! Ты летающий бомж, не делай так больше. А ну все, нас трое, все. Надо было просто красиво как-то слететь. Так, а где гусанек? Сейчас буду его. Он нажимает Ctrl, его просто гусиная шея видно. Есть! Ха-ха-ха, лети вниз, щенок! Красиво. Так, нас уже трое. И это очень хорошо. Четверо вас. Четверо, тот же тоже слетел вниз. Ага, Гусанечек, ну что? Да, блин, обманывают хорошо. Ну. Аня, ты чего? Ну, да блин. И вонючая Бонина башка деревянная, иди сюда. Да отставит меня. Вот. Все, давайте объединяться. Я его сейчас тут встречу, смотри. Да блин! Я убил своего? Да, меня убил. Да блин, это как работает. Так, смотрите. Вот! Есть! Ну что, вкусная морда у тебя лица. Так, давайте посмотрим, кто у нас еще живой. 3 человека. Есть! Ну, гусанек, ну мы же не гонялись за тобой сейчас все. Меня залагало. А виноват кто? Пацаны, лечу вниз! А ну... А, у меня жизни не тратится, очень крепкие ноги у меня. Lightning of Fire, сейчас решат судьба. А, да за что меня? Так. Ага, убили? Вот он. Все, я опять выиграл. Ты меня. Вот такие вот дела. Че, кто остался последний живой? Я. Блин, ну красавчик. Ты 2 раза, получается, уже выиграл? Да. Молодчик. Хорош. Ого. Я с миллиметра спрыгнул с высоты, 44 хп осталось всего. Ну давай. Кто у нас там? Кто еще ни разу не был за Хаги-Ваги? Давай начинай. 3, 2, 1, погнали. Топим, как тут лох. Согласен. Саня, не стоп. Надо внимательно играть. Очень внимательно. Дима, я тебе первым убью. Нет, ты меня не сможешь убить. Смотри, я профессионально играю. А, его легко закручивать. Видите, можно влево-вправо так ходишь и все. Да, мы вот останемся. А интересно, у нас есть такое меню, где можно замедлять бег человеку? Ты чё, гусь?
Я вот тут постою. Посижу на корточках, семки полускаю, красиво сидим. Пуфлик! Пуфлик, ты боишься проиграть? Да ём! А что со мной? Меня колбасит очень сильно. Что со мной? Я встроился в... Интересно, это долго так будет продолжаться? Это нереально, меня просто поломило во все... Ну и ладно, да, хорошо. Не публику помогай, ему сложно. Вот смотрите, киберспортсмен, я буду последним. Конечно. Неправда. Ай, чуть не упал опять. Стоять! Блин, нас же двое, мы должны сейчас легче играть намного. Как ты не упал? Ты бежишь по краю! Да. Да ну как это работает? Я хочу Агеку убить. Давай. Убейте реально. А, убей. Без шифта медленно хожу, только с шифтом надо ходить. Идите на задницу. Мне кажется, с такой гравитацией можно просто споткнуться и в голову расчвякать себе. Ну, гусанёк! Ну, гусанёчек! Ну я тебя чуть не убил, увидели? Прям на соплях. Мне нужно срочно менять скин. У нас уже трое, один упал? Да, меня Вувлик съел. Красавчик. Молодец. Не пытался. Блин, пропустил мимо. Я тебя не отпущу. Ну ладно. Я хочу, чтобы ты упал. Ты должен упасть. Почему фулкатку за мной? Просто за мной фуфло бегает. Да блин, остановись. Остановитесь. Вы не пройдете. Да как он между ног у меня пробежал? Что это за бред? Все, давай, гусанька, гоним. Даже вот! Там, блин! Ну, ё-моё! Есть! Кто-то упал вниз, мгновенно! Видели, как телепортировался, такое ощущение? Так. Ну что, гусанёк, ты в этом хоть раз выиграешь ролики или нет? Мне даже... гусанёк! Ну, если за мной только и будут бегать, то, конечно, это кинг-кафе? Так за всеми одинаково бегают. Неправда. Дэн, ты один остался опять? Нет, King of Fire еще. А, еще King of Fire. Так, пока Мисол ТВ побеждает в этом ролике. Спасибо, да, вдвоем убили меня. Я должен тебя съесть, ну я должен. Ах ты, блин, обманщик. Есть! Дэн, ты победил! Молодец, красавчик. А Дэн уже побеждал тоже? Да, получается, я иду. У вас сейчас будет ПВП между All TV. Посмотрим, кто из вас лучший игрок. Ну, давайте! Такая толпа бежит за одним человеком, ничего сделать! Так как он дурит! Ну, я должен его съесть. Должен! Ух ты что! Что я съел? Есть! Ну что, ребята, ПВП. Решается, кто будет победитель. All TV или Дэн. 3, 2, 1. Погнали! Так, смотрим. Дэн за собаку, да, играет? Ты был хорошим человеком. Все, ЛТВ, ты победитель этого ролика. Ты молодец. Ты понимаешь, ты красавчик. И ей всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Лисик, Санек, Фуфло какой-то и Тучка, Дэн, King of Fire, ЛТВ, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Ребята, смотрите, какой у нас классный гигантский воздушный лабиринт. И будем выживать от монстров Poppy Playtime. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем выживать. 3, 2, 1. Погнали. Быстрее, бегите все на лестницу. Быстрее, Лисик, ты умрешь сейчас. Лисик, давай, я в тебя... Ну, да. Ё-моё, мы уже научены, да, пацаны? Сразу все побежали по лестнице. Сразу видно, опытные собрались. Ребята, настроение просто отличнейшее. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Залетайте в Инстаграм, в Дискорд. Пообщаемся, поорём. А в Инстаграме можете увидеть, как я живу. Ссылочка в описании. Совершенно верно. Прокачанный челик. Так, он уже ближе, я слышу этот запах монстра. Ну, блин. Так, их уже двое, вы же помните? Да. Да, Лисик сразу слилась в начале. Ну что, давайте по старой схеме бежим вверх, будем вверху здесь троллить. Ну вы же понимаете, этот монстр настолько быстрый, что вверху не получится особо повыживать. Придется по лестницам вот так бегать. Еще хочу сказать, что у нас стоит реалистичный урон от падения. Так что попадать не получится. Кто упадет даже вот с такой маленькой высоты, вот туда вот, сразу минус 100 хп. Надо быть очень осторожными. Ну, такие, как мы и Стучка, мы же профессионалы.
Ну, понятное дело отсюда, что такого? А если я сяду на край и встал, я потом не упаду вниз? Нет, я рисковать не буду. Я боюсь. Не рискуй, не рискуй. Совершенно верно. Он уже выше! Пацаны, смотрите, вот он! Не мне полезть, только грохит какой-то. Я знаю, поэтому я не хочу за него играть, но чувствую, придется. Я боюсь! Не бойся! Так, подождите, подождите, он идет сюда. Значит, мы идем сюда. Блин, так куда он идет? Он упал, что? Где он? Эй, ты, черепиздик, ты где? По лестнице они бегают просто убогно, убогничество какое-то. Круто. Так, а где лисик? Я не вижу. А вон она поднимается вроде. А! Нет! Ну нет! Ну нет! А я споткнулся, там какая-то муха! Ну блин! Да и ладно, я подался специально! Ну ё-моё, боже! Самая дебильная смерть, которая могла быть! Ну и ладно! Мы ж вроде профи были, ты чё? Да я, блин, да там кто-то плюнул на край! Я споткнулся! Ну блин, скользкий... Вы что, умираете тоже, пацаны? Блин, ребят, это будет быстрый раунд, где все сливаются очень быстро. Ага. Так, ОлТВ, ты где? Я за летучкой бегал, он тут снизу. Хорош. На предпоследнем этаже. Я бегу помогать тебе. Ё-моё, что он бегает, как кусок монстра вонючего. Я его почти убил. А сколько уже монстров у нас? Ого, сколько уже? Да, и тучка. Давай. И жопа вонючая, зашитая. Я лох. И тучка умер. И тучка упала. А вы что, все умерли уже, все? Нет, я еще и Дэн жив. Хорошо, понял. Нет, стой. Я не умер. Я как бы со спускался. Я умер. Так ты определись, умер ты или не умер. Я сначала так сказал. Я умер. Так, где они? Да, блин. У меня хвост закрученный, застреет. Я кингофара вижу, он наверху. Так, я поднимаюсь. Вот, я вижу его. Ну что, щенок, я должен тебя убить. А ё-моё, ну управление не очень. Ах ты жипа. Так, пацаны, давайте я, короче, здесь сторожу одну лестницу. Иди на другую лестницу. Ну куда ты полетел вниз, мы же команда. Вот, я его вижу. Все, он не убежит. Ребят, ну я же должен его убить, полюбас. Все? Нет, вот он. Так, я бегу. Он сказал, давайте. Обманул! Все, полетел в ней! Молодцы. Че, всех убили? Нет. А еще один есть? А где он? Дэн, эй, выходи, подлый туз. Дэн, выходи, ты уже победил. Все, давай, ты выиграл. Выходи. А, ну все. За мной и так уже бегали. Ну все, Дэн, давай ты начинаешь. Дэн, мы готовы, можешь начинать. Нет. Да. Нет. Давай, Дэн, мочи всех. Ты сможешь. Я еще не прибежал наверх. Я уже туда. Самый огромный минус, что они очень медленно, когда залетают на лестницу. Но это не сильно и мешает для того, чтобы убивать всех чуваков, которые здесь на карте. Где Дэн? О, я вижу. Привет. Кстати, это был самый быстрый раунд на этой карте. Быстрее еще так мы никогда не сливались. Но я умер тупо, вообще-то. Уже посидал жал за монстра. Ну я как бы спасался, поэтому умер. Правильно. Потому что мы все поддались. А, мы совершенно верно. Все, я манал возле края прям стоять, а то опять споткнусь. Давай я к тебе приду. Споткнулся. За компанию стою постоянно. Не, он поскользнулся. Я буду на картофанах вот так. Так, давайте чекать, где этот вонючий монстр? А вы его видите? Я его не вижу. Тоже. А, вон он. Вижу. Так, возьмем камеру в руки, будем делать офигенный гигантский зум. Вот это у меня зум. Я сейчас специально буду стоять возле Димы, чтобы его убили первым. Нет! Он внизу, вон там. А я сейчас буду выиграю победителем, увидите. Я сейчас выиграю всех. А вот его сам внизу почти. Он упал? Нет, он поднимался медленно, так спокойно. Вальяжно. Мы с тобой не начали. Дим, дай ему кинжикет, он успокоится. Кингонфайр я вижу. Лисик вон бегает. Пацаны, девчонки, спасай! Лисик, ты сейчас опять умрешь! Ну лисик, беги! Нормально. Повезло, вы видели, это просто было на каких-то соплях. Так, пацаны, все, надо валить с этого этажа. Это тот вариант, когда мы, скорее всего, все сольемся. Вот он, бежит, ну и вы нафиг. Быстрее. Убил лисик. Нет. Ай, блин, это жесть. Вот он. Смотрим. Он сверху. Так. Вы же понимаете, он может в любой момент спрыгнуть к нам. Жизни-то у него не тратится, надо быть готовым. Боюсь.
Все, ты щенок там стоишь. Давай, иди к нам сюда. Мы тебя не боимся. Ну, побежал. Ай, нет, я пошутил, я тебя боюсь. Я пошутил. А я уже ушел оттуда. Что ты? А я вот здесь. Ля-ля-ля. Он поднимается. Я вижу. Хакинг-гафар. Так, подождите, еще ж листик монстра, надо быть внимательным, что их двое уже. Да? Трое. А, реально? Трое, Дима. Опять сейчас бы... Ну куда ты полетел вниз? ОТВ! Там, ты на том же месте упал, где я, там на Харькона, я же говорю, кто-то насрал на угол. Димашка, Толкин сын. Идет. Так, никого сверху нету, так, значит, он меня не убьет так. Прям подо мной ходит, опасно. Так... Идет. Санек, конек. Косточки сами. Ну, беги! Вот и точка! Давай, молодец! Молодец, по ступенькам он тебя не догонит. А просто и точка нахаркала, я подскользнулся. Я тоже. И точка, беги оттуда! И беги! Он тебя убьет! И точка! Молодец, обманул! Красавчик! Быстрей! Как ты мансишь по-профессиональному! Мне это нравится! Давай, иди ко мне! Нафиг ты его ко мне ведешь, вот скажи. Дима, я иду по твою душу. Ты меня не убьешь. Я лучше выживальщик, сейчас будет выясняться, кто из нас лучше, и Тучка или я. Да я на как она была. А где он? Он упал? Он упал. А мы везде нахарькали, что мы везде падали. Быстрее бомба просто. Дима, беги, там кого-то видел, по-моему. Я наверху уже. Кто-то есть? Нет, нету. Нету. Подожди, он может перебегать. Все, беги, быстрее. Там, один, там еще один поднимается. Ну ты красиво их обманывал. Поднимает. Это было четко. Да. Так, теперь я здесь. Так, наверху наверх никого? Никого. Так, три монстра уже здесь. Четыре внизу там. Они контролируют просто. Да я знаю. Я сюда бегу. Дима, я тебя убить. Я тебя убить? Да. Мне не нравятся твои слова. Дима, обратно, они там. Да никого нету, не бойся. Никого наверху нет, смотри. Все четко. Там просто кот взял, сиганул вниз. Раз, два, три, четыре. Рыбки, наверное. Так, давайте перекличку. Кто еще живой? Я. А, нас трое. Шкатулкин батя бежит. А нет, то просто какая-то мотня. Это зайчик. Там зеленая сопля бежит. Ой. Ой! Иди сюда, и тучка. А, я упал опять. Когда зеленая сопля упадает. Лёх. Отлично, ребята, как я их обманул по феншую, а? Ты что думаешь, я не умею бенни-хопить, а я профессиональный бенни-хопщик. Как я их обманул, а? У меня все продумано до мелочей. Так, они думают, как же убить меня, ничего не получается. А, идучка, ты где? Бегу, бегу. Ты ненавидишь, да? Я тоже ненавижу монстров этих, я их боюсь. Да, заблокируйте ходы, просто блокируйте ходы. Шкатулкин батя бежит. Я заблокировал, да? Нас двое осталось. Ребят, все на верхний этаж, они тут. Так, так, так. Он упал? А, Дим, иди сюда. Он спрыгнул. Ха-ха-ха. Ё-моё, нет, я не увидел его. Ну нет, блин, я так дернулся, мне чуть волосы на голове не повыпадали. Ну ё-моё. И тучка тоже слился. Я был последним, кстати. Хорош, хорош. Ну и тучка, давай теперь ты начинай, покажи как надо. Ну попробую. И тучка начинает решающий раунд. 3, 2, 1. Погнали. И тучка, вы с тобой братья. Не знаю. Так, ОЛТВ уже поднимается, Лисик бежит, ОЛТВ бежит. Не, я больше там не пойду, там на Харкон, я знаю. А я уже, видишь, я тут вы, я вытер. Я вытер и тучкиными трусами это все дело. У, Дима. Ну а что делать? Вижу, вижу и тучку. Ну давай, покажи вещи. Я постараюсь. Мне страшно. Не бойся, Лисик. Он нет, 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 Лисик! Она умерла, что ли? Да нет, вроде нет. Бы все четко, все живые. Еще никто не слился. О, вон он идет по лестнице. Я иду. Я. Так, ой, я буду здесь стоять на всякий случай. Дима, короче, лайфхак, если он наверх бежит на этот, на противоположную лестницу прыгать. Я так и делал, я вообще в этом ролике очень круто паркурю между лестницами. 10 хп всего отнимает. Ой, фу, это Дима. Тоже, Дима, я паркурю круто, но я не убиваю так
круто, как вы. Ну, не, я вижу, ты даже подняться толком не можешь. У тебя толстая жопа, она еле идет по лестнице. Отрастился жопу. А я стараюсь просто, чтобы не упасть еще. Так, пацаны, он на предпоследнем этаже. Так, быстрее, уходи, да уходи, ну не стой, ты видишь, я боюсь. ОТВ на Харькона, я же говорил, ну осторожно надо быть. Ты опять, ну спасибо, не нахакал там. Вы видели, как он упал? Рахи! Ты в самый низ упал? Да. Блин, так подавиться можно от смеха. Ну что ты, и тучка. Миша, все фигня, давай по новой. А, их уже двое. Ну фуф, ну что вы все сливаетесь? Ну вы чего? Чего я подскользнулся? Ну давай выиграем, ничего не было, я сегодня. Все знают, что и ролики люди честно записывать. Ну проиграл, все. Оба. Пацаны, на предпоследнем этаже. Лисик, беги, Лисик, спасайся. Мы в тебя верим, ты сможешь. Так, ну куда ж ты бежишь, ну Лисик? Ну блин, ну что ты сделала? Ненавижу Лисика. Вот он в темноте был. Хитрожопая кабака. Ты чё? Нет, нет, блин. Ну ё-моё, да я, блин, случайно упал. Ну ёкало-мныкало. Поскользнулся, да? Ну да. На харчке. Я не рассчитал немножко на Харькона, ну видишь, все, весь ролик, все люди так делают. Так, хорошо, давайте, а кто живой? Танёк, сейчас убью его. Он один остался последний? Да ты! Я еще жив. Почему? А, еще ты жив, хорошо. Сейчас, а я не вижу никого больше. А он наверху сам? Вижу. Убил. Молодец, молодец. Первый так, и кто еще живой? Санёк последний. Санёк и я. Конёк. А, их двое. А, Санёк! Это не я? У меня косточка сломалась. Все, всех? А нет, еще кто? А кто живой? Я нашел Кинга Флайера. Кинга Флайер, ты где? Он на втором этаже, он на втором этаже. Все, летим вниз. Бум. Вижу его, вижу. Где? Вижу. Ну куда ж ты падаешь? Я его убью сам, пацаны, пора мне его. Ты что, с ним самый хитрый, да, говоришь мне? Да ё-моё, я всех ем, и меня все едят. Все, его убили. Блин, прикольно получилось. Ей всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, фуфло какое-то. Гусь, Санёк, ОЛТВ, Кирилл Геймер, Крошка-крошка и Тучка. Гафака, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Салам алейкум, братья. Всем привет, я вернулся. Ребята, будет сегодня очень классный веселый ролик, потому что мы будем вселяться монстров Poppy Playtime с главы 3 и между собой воевать. И выясним, какой же монстр самый сильный. Если тебе кушать, приятного аппетита, а мы начинаем битву. Так, ну что, я вселяюсь в монстра через специальную команду. 3, 2, 1, погнали. Так, я буду очень сейчас реально играть аккуратно для того, чтобы затащить. Да прямо как-то плохо. Пацаны, давайте, кто не сыт? О, есть, Максим! Я поддался. А, ты поддался, я понял. Вот я вижу монстра, иди сюда, иди быстро. Так, ребята, надо быть очень аккуратным, очень так. И смотри, чтобы сзади никто не шел. Смотрите, я его сейчас убью по красоте. Опа! О, нет! Я же кликал кнопкой. Ладно, это первый раунд у нас был, пока мне что так. Так, три монстра. Так, интересно, кто же в первом раунде затащит? Смотрите, этот монстр и меня убил. Я в PvP в Майнкрафте закликал. Давай, давай, давай. Ну! На! Отлично! Ты выиграл, что ли? Да, возможно. На лайке. Так, давайте второй раунд, ребята. Сейчас я буду очень внимательно играть, и сейчас я уже не сольюсь. Что-то мне из тучка уже воевать не хочется. Ну ладно, придется. А хочется, а Дима придет. О, давайте возьмем собачелу вот эту вот. Во! Пацаны, ну что, вы готовы? Конечно. 3, 2, 1. Второй раунд начался. Так, давай, иди. Блин, я боюсь. Иди тихо, сюда. Тихо. Отвали от меня, это ты? На! Да я чё проиграю? Да вот что он. За бред? А моя собака живая осталась? Да. Эй, ну собака, ну как так-то? Я подаю специально, я сейчас тоже выиграю. Так, ну пока мне что, вот этот Хаги-Ваги, мне кажется, самый сильный из всех. О, давай! Собачила хвостата. Кто ж кого? Напишите, ребята, в комментариях, кто выиграет. Ну, давай, давай, жри его. Есть. Два раза сожрал. Давай, и теперь ты его ешь.
А кто-то зеленый вообще? Это я! Эй! А ну сзади его! На красоту! Убей его сзади со спины! Настроил уже все? Да, настроил, пацаны! И Тучка, я в тебя верю. Ты за красного, да, играешь этого? Да, да, да. Все, я знаю, что ты сейчас опять всех выиграешь. Ну, кто из них выиграет? Да я... ладно, вот теперь посмотрим, будет ли Тучка второй раз победителя. Вы разминулись. Что? Да, все, победитель. Нет, победитель. И Тучка, победитель второй раз. Представляете, как хорошо играет человек? Молодец. Да мы поддаемся просто. А, мы поддаемся. Так, давайте теперь возьмем еще какого-то другого совсем монстра. О, давайте медленного возьмем, мне кажется, я за него выиграю. Нет, ты не убежишь ни от кого. А мне не надо убегать, мне надо просто кликать. А что у меня на жопе зубы? Что? Зубатая... А, это нитки, думаю, зубатая жопа. Чтобы какашки раскусывать. Ребята, настроение отличное. Не забывайте ставить лайкосики, подписываться на канал и колокольчик жмякайте и залетайте в наш дискорд поорем. И, кстати, хочу еще сказать такую новость, что мы всех разбанили в моем дискорде. Кто был забаненный, залетайте. 0 банов. Мы вас ждем. 3, 2, 1, погнали! Ну, давай. А вот теперь я... Да что за бред? Почему я про... Я ни разу не выиграл? Да и ладно, я поддаюсь специально, блин. Окей. Короче. Так, беги, беги, тебя все преследуют, беги! 2 раза подряд нужно убивать, как это работает? Блин, я опять. А так, короче, как я начал убивать, то он PC уже убивает. Так. Саня, давай, Саня, я готов. А вот красный, это опять и Тучка? Да, это я. А, красный, все, я понял. А вот какая-то шкатулка вонючая убегает. Черепизник маленький, ты куда бежишь? Ешь его. О, шкатулка выиграла. Ой, я буду за шкатулку, наверное, сейчас играть. Шкатулка, тебя сейчас съест зеленая морда. Ну, давай. Вы разминулись? Огуршик. Огуршик. О браке, пацаны. Да ладно. Да ну, ты съел? Хорош. Да. Ну что? Посмотрим. Кто же выиграет из них? Ну-ка. Это, кстати, хаги-ваги с разных частей. Кто же из них сильнее? Ура! Итучка, молодец. Да блин, пацаны, давайте Итучку конкретно сейчас убьем. Все, согласны? Давайте. Мы сейчас между собой не воюем, наша сейчас цель его убить. Да, хорошо. А представьте, сейчас будет такая фишка, что он опять всех убьет. Вы бьете, меня толпой бьете уже, все. Погнали, ищем Итучку красного. Он здесь за домом, слева. Вижу, все, я его встречаю здесь. Я его должен лично убить сам. Не, я. А Итучка, а ты опять... На тебе! Да что за жопа? Да как это работает? Почему я проиграл опять? Блин, ни разу не выиграл. Блин, ну, я хотел Диму давайте, съесть. Давайте, Итучку уже что, да, есть. Все. Стой, меня... стой, не убивай. Ну блин, ну крыса. Все, вы молодцы. О, давайте посмотрим, как они здесь воюют. Ну, кто же из вас выиграет? Туда. Опа, огурец выиграл. И сам такой. А вот еще туда. Здесь. Так, шкатулка вонючая победила. Прикольная раскраска у шкатулки. Опа, еще 4 человека осталось. Скорее всего, 4 монстра. Ну-ка, старый и новый встречаются. И... На тебе. Максим, ты выиграл? Я убил его. Нет, я еще остался. Так, ну, Максим. На тебе. Молодец, Максим, давай я за тебя болею. Ты должен выиграть в этой серии. А кто остался? А все. Больше никто. О, ты выиграл, Максим. Вот, ребята, беспроигрышный мой вариант. Готовы? Это ж какой, да. Интересно. А чё, все шкатулку взяли? 3, 2, 1. Так, давайте посмотрим. Шкатулка вонючая. Гафака слился, хорош. Ну давай, нападай. Давай. Ого. Давай, что за крики? Так, смотрим, кто же из них выиграет. О, Сигма. Хорош. Это ты, Максим? Это я. Давай! О, тихо, отвали, что отвали. Ты? У меня сейчас давай. Есть преимущество, я очень быстрый. Это ты розовая это? Да, я морда розовая. Давай, подходи. Не, вы давайте воюйте между собой, я хочу выиграть. Ну ты сейчас, а вот я еще. Убью его, и ты на меня нападешь. Нет. Густанёк, иди сюда. Отстань, давай Диму убьём. Есть! Я сажу! Есть, ребята, наконец-то я смог убить. Ты в крысу просто меня убил, я не понял. Без разницы, как я это сделал, главное результат. Ах так? Да, я такой. Так, пацаны, ну что? Хоть один раунд должен за это... Ага! Нет, это... Гусенек, у тебя...
Пиписька гусь. Есть! Есть! Отлично, ребят, отлично! Я выигрываю, покажешь. Слышь, ты, вонючая шкатулка. Ты на меня бежишь? Иди сюда, щенок. На тебе. Классно. Дим, я один с тобой остался. Да, давай, ну что, разберемся с тобой. Как мужики. Давай, иди сюда. Ты боишься меня? Нет. Я тебя не боюсь. На тебе за это. Ребята, я победил. Сразу видно, все поставили лайкосик. Спасибо вам большое. Ну что, я буду теперь дальше играть за мамочку длинные ноги. Мне нравится. Ну что за звуки, как будто кто-то дрыщет по носу. Похожий звук. 3, 2, 1. Раунд начался. Слышь ты, отвали от меня. Иди сюда. Это не я. Ой. Ага, вы все взяли эти мамочки длинные ноги. Опа, один ушел. Я убил одного. Это хорошо. Иркутка, что ты тут прячешься? Иди сюда. На тебе, есть, ребятушки. Ах, ты крыса. Я лучший игрок. Я хочу сравняться с Итучкой. Не только чтобы побеждать. Но нет! Итучка, ты меня выиграл? Да. Да ну блин, я не хочу с тобой больше играть. Ты какой-то сильный очень. Три раза. А, нет, ну ты еще не выиграл. Я в Майнкрафте пвпшу жестко. Да блин, Майнкрафт до этих монстров. Я там кликать научился жестко. У тебя автокликер, поэтому ты выигрываешь. Нет. Ну что, Максим? А, это гусанёк, пиписька, я давай. Умер. Есть! О, да! Туда этого бота. Хорош, хорош! 3, 2, 1. Погнали, давайте, чебуреки, идите сюда. Чё такой медленный? О, собачело. Где собачело? Да блин, я так в жизни я постарею, пока я до кого-то дойду. Где псина? Гусанёчек, ну иди, не бойся, я добрый собакя. Я посмотрю на себя. Да я не могу дойти до тебя, хоть подойди, я тебя убью. О, как все умирают. Дима. Давай, 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 давай. Ладно, хой, расхочешь. Да, блин, я вас боюсь, вы с двух сторон. Да ну, это так конченая собака, лучше бы я не брал. Блин, ну настроение классное, не хочу проигрывать. Ну-ка, пацаны, давайте, давайте. Кто не боится мамочку длинные ноги? Замочите. Давайте, нападайте на меня. Максим, а ты где? Ты вот это вот стоишь? А, нет. Я это мамочка. А, я вижу, ты в углу тут обоссал тут все. Давай. Так, сапфировали. Ладно, он ушел. Давайте деритесь, мужики, вы че сыти? Давай, Максим! Нет! Тут надо как-то угадать в клик правильно, я не понимаю. Ну! А кто это? Этот Хаги. Ах ты ж. Туда. Кто выиграл? Я. Блин, ребята, мы еще пока не можем определиться, кто победитель. Получается, пока Итучка, да, больше всех выиграл, или да, как? Да, да. Но мы ему поддаемся, мы хотим, чтобы он в этой серии выиграл. Обязательно. О, ребята, у нас есть очень быстрый Хаги-Ваги. Во, классный. Он нифига не быстрый. И такой звук, как будто по вентиляции лезу. Ну ладно, ну, попробуем за него поиграть. Готовы все проигрывать? Да. Давайте, давайте, битва началась. Я буду сейчас очень аккуратно играть. Очень аккуратно. Это ты вот этот вот, который ползает? Да, 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 да. Ты хочешь меня убить? Гусанёчек, да. Ну что, ты готов слиться? На тебе за... Да как вы это делаете? Как вы это делаете? Почему я умираю? Мне это клик нужен, Дим, клик. Так я же кликаю тысячу раз в секунду. Давай на раз-два. Давай на раз-два, три. На друг друга. Надо идти куда-то идёшь. Так, так, так. Давай, раз. Смотрим. Два, три. Ну, Гусанёк, ты что, псих? Да ну, лачим. Мне кажется, у Гусанька есть шанс выиграть в этой серии. Но до этого момента был он. Не смог. Давай, мамочка, длинные ноги, раздупли их все. Ладно. Это опять Итучка за красного играет? Это опять Итучка. Ребята, смотрите, какую возьму сейчас монстриху. Мисс Делайт. Я знаю, что она не будет убивать, когда на меня никто не смотрит. Ну, кто знает, у нее есть очень большое преимущество. Просто колоссальнейшее. Готовы все? Да. Это что, получается, буду весь раунд просто стоять? Давай, начинаем! Ага, вот, я немножко могу уходить, когда никто не смотрит. Смотри, ты умрешь. Да блин, я буду сейчас жопа горит. Хорошо, что я не сижу на деревянном стуле. Уже в стул загорелся бы, блин. Я меня отомстил. Спасибо тебе большое. Итучка, это ты красный Хаги? А это я только посмотрел. Так, а где вы, пацаны? Я хочу посмотреть, как вы будете... А, вот! Ну-ка! Да блин! Отлично! Хорош, хорош! Сзади, будь внимательнее, приближается монстр стрёмный. Ну-ка. А, отступил? А-ха-ха! Боитесь? Да как ты это делаешь?
Вон вдвоем же ж я видел, прям я взял в руки тебе. Так. Стой, все, ты выиграл? А не вот я еще. Живой. О, собака хвостатая, давай. Стой, кошага. Не убегай, не убегай, не ссы, тебя все равно убьют. Если я сейчас... Так. Они меня окружают, понятно. Три монстра. Смотрим, вонючая шкатулка и мамочка длинные ноги. Да как? Молодец, шкатулок, кин сын. Я не знаю, как его там зовут. Так, ну давай. Собачья дочка, давай. Санька, Саня. Ребята, надеюсь, наши ролики поднимать вам настроение, потому что мы сами записываем и угораем. Мы не просто записываем, мы еще и классно проводим время. На тебе, щенок! Все, собачья дочка тебе села, давай дальше. Так, это и тучка красная морда? Опять, да. А, ну я это... Всегда. А тебе можно вселиться до тебя еще? Нет. Блин, было бы классно, вдвоем вселились бы. Так, ну что, делаем ставки. Костяная собака или красный агиваги? Ну-ка, ну-ка. Костяной кот. Ну, беги! Да ладно, так... И тучка, ты, наверное, будешь победителем в этой серии. Ну что, давайте, 3, 2, 1. Ребята, решающий раунд. Выясним, кто же лучше будет монстр-игрушка. А ржет, блин. Так. А ты куда пошел? Мне придется тебя убить. Что происходит? Так, я не могу, у меня жопа сейчас горит, и почему я умираю? Я же кликал. Рахит. О, давай, собачья голова, пошла. Нам убегай. А шкатулочный сын, нет? Не ваш шкатулочного сына. Съели его, съели. Да, съели, да? Ну шкатулка тоже прикольный монстр. Так. Не, убегай, убегай, он тебя все равно убьет. Ну-ка! Есть! Гусанек, ну что ты? А ладно, я почти лицо. Довольно-таки неплохо играл. Я буду пока на стуле сидеть. Так, это двое монстров, да, осталось? А, треть. Опять и тучка, смотрите, на крысы играет. Он, да, он, а вот еще. Я не крысь. Давай, давай, давай. Ты убей тучку, пожалуйста. Делаем ставки, чтобы и тучка слился. На тебе. Вау. О, все, классно. Да. Максим, ну ты... Как это работает? Вообще, я испугался, если честно. А кто сейчас вот это за синего монстра тут играет? Я. Опа. Так ты или ты кто из вас играет, так и не по... Ну что, сейчас у нас будет стычка, и тучка, и Максим. Кто же из них победит? Да, я думаю, что выиграет Максим. А, Максим, я за тебя болею. Ты дожидаешься, да, меня? Да, Максим, давай, тащи, тащи. Ну, тащи, ну! Да, да ну, Максим! Ну, мы за тебя болели. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, и тучка, Кирилл Геймер, Робби, ОлТВ, Венера, Кинг энд Файр, Гафака. Пацаны, поздравайтесь. Салам алейкум, браслетики. Ребята, будем убегать сегодня от монстров Poppy Playtime Chapter 3 на карте Backrooms. Если хотите, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Смотрим, как они здесь бегают. Смотрите, как первый пошел. А вот тот собачий хвост как быстро бегает. Да, так. А, давайте согласен, кто первый умирает, ребята? Тут лошара! Дима, или... умирай, как всегда. Нет, я не буду. Да давай. Или так спокойно идет. Если сейчас будет очень мало людей умирать, я и буду спамнить 1000 миллионов штук. Аж Гаррисмод будет вылетать. О, тут можно повыживать, отлично. Да. Тут такая большая территория, вообще классная. Я еще одного поставлю и еще одного. Во, вот так интереснее. Смотри, они открывают шкафчики. Что? Опа! Гафака! Умер! Еще умер! Ребята, настроение отличнейшее. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. И залетайте в Дискорд, поорем. Смотрите, что на этой карте еще есть какой прикол. Вот туда, если падать, вы умрете. Он уже близко! Он уже близко, так. Блин, тут эти шкафчики, классно, можно от них уклоняться. Смотрите, как ползет. Ё-моё, как это опасно. Че, никто не умирает? А что, так легко выживать, что ли, пацаны? А тут хаги-ваги застрял. Ё-моё! Нечего стоять наверху. Я, кстати, проверил, если вы даже залезете наверх на шкафчик, он все равно вас замочит. Серега, он замочит тебя! Я предупредил! Молодец, Серега, что убежал. Так я специально встал, чтобы видеть, кто бежит, если что. Смотрите, близко уже! Так, окружают, окружают, мочи! Нет, вот, человека мочи! Нет, не меня! Блин! Диму, Диму, Диму! Да нет, я буду... Блин, стол вонючий!
Ёба, еще чуть-чуть видели, прям за жопу мне коснулся. Отвали! А, я, блин, запутался! Да, блин, я на кассе не мог пробить хлеб, меня от кассирша не пробила. Это, Дима, это кассир пятерочки. О, давайте еще поставлю такой монстр, когда вы на нее смотрите, она не может двигаться, а когда отворачиваетесь, двигается. Вот, ребята, сейчас будет еще веселее! Да если вы уже по-любому влепили лайкосик и колокольчик, потому что ролики выходят каждый день. Так... Я вижу, какая, они уже там ближе и ближе. Интересно, они могут только за мной или за всеми вообще? Кто ближе, они. За всеми. Чё? О, бежи сюда. Еще. Ой, там это. О, давайте еще вот этого поставим, собачелу маленькую. Может, кто-то на него наткнется. Зря ты там сидишь. Вы что, самые умные будете? Нет. Серега, прощай. Нет. Блин, ты смотри, не убил. Я пока опа, Кирилл Геймер слился. А я один раз такой слился. Ой, они уже тут по всей карте разошлись. Тихо, 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 монстры линеечные. Ой, матом ходила. А чё у нас, чё он стоит? Они застревают. А, они застревают. Ай! Блин, тут специально отвлекает меня, типа он застрял. Они идут. Я его вытащу, я тебя спасу. Меня кукла этого вонючая убила. Кстати, прикол такой. Ну, блин! Какого-то кукла, чем даже не смотришь, тем постоянно идет. Да, кстати, в этом есть прикол. Она как разгоняется, да, пацаны? Да, это в игре сама и была. Так, 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 давайте сюда сходим. Вот так. Она, эта вонючая кукла. Надо еще смотрите. Ставить. А собачела ты... пошла! И еще собачела пошла, ребята! Все больше и больше монстров, как вы любите. Да, не застреют, слышь, вы, хаги-вуги. И кот белый тут застрял большой. Ничего, ничего. Мы сейчас их подостоим. Может, это отвлекает, они специально стоишь, а потом резко убивают тебя. Ой, вот еще. Да, они в пол как застреют. Может, они товар просто берут там? Серега! Ой. Ну, Сережечка, ну не бирай! Вторая смерть. Отлично. Так, давайте еще ставить. Еще! Еще, ребята! Ну что, смотрите, они заполнили всю карту Backrooms. Ну что, я иду к вам. Серега, что там на кассе тебе пробить? Мне хлебу. Хлеба, хорошо, на тебе хлеб. И пиво. Ой, убили первый раз. Эй, нельзя пиво. Можно пиво? Нет, нельзя. Можно. Нельзя, говорю, пиво, нельзя. Драка монтировками. Бегите. Бегите, бегите. Это охранник пятерочки. Блин, это жесть. Сейчас он по щам тебе надает, Дима. Нет, не должен. Вот там собака застряла. Собака, колобака. Бегите, мужики. Она медленная просто. Ах, хаги-ваги. Сейчас еще поставили, ребята. Сейчас еще будет. Вы застреваете. Мужики, не застреваете в полках. Ваши школьники. Полочь! Дима, они не застревают. Они это... Когда они видят нас, да? Они товары ищут. Туалетную бумагу, пацаны, надо кому-то? Спасибо. Они, короче, хлеб ищут. Ой-ой-ой-ой-ой, блин, сейчас будет вообще сильно. А хаги-ваги бежит. Смотрите, сколько она поставила этих бешеных тёлочек. Чё, Дима? Дима, ты псих. Я знаю, я такой. Ай, блин, ладно. Эй, отворачиваться ж нельзя, блин. Тут это псина. Сейчас они, ребята, по всей карте распространятся, это будет жесть. Ух ты, блин. Ах, вот это он быстрый. Дима, они, знаешь, еще так это, ты поворачиваешь за угол, и они из-за угла так появляются. Да, есть такое. Уго их тут. Очень надо осторожный быть, очень. Я пока что еще ни разу не умер. Это ж хорошо, вот ты умрешь. Они тебя достанут. Мы так сильно, надо ее физганом толкать на них. Музыка еще такая. Так да, музычка реально стрём. Блин, а я могу вот так перепрыгнуть сюда? Они залезают. Ой, дочка, иди. Блин, я в яму. Мама мия, сколько их тут. Нормально, Серега? Куча кукол, куча ходил. Это же хорошо. Больше, куча каких. Ай, блин, тёлка! Школьники захватили пятерочку. Бегите, бегите, глупцы. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай, блин. Что эти куклы? Везде, везде по кругу. Да, Серега, я сейчас поставлю с другой части, они вообще жесткие. Ну что? Начинается еще жестче. А, вот эта быстрая штука бежит. Да не за мной, за Серега. Вот Серега.
А, нет. Да. Они должны за тобой идти. Нет, он с этой стороны. О, ходи по всем. За Димой. Нет. Мамка, мама длинные ноги. Да блин, ты что, не понял? Ай, блин. Да блин, тут тяжело от них убежать, я их очень много наспамнил уже, понимаете? Иди, Серёжка. Спокойненько. Ты террористы. Ай! Да блин, отворачиваться ж нельзя, я вспомнил. А чё это манила Клэрска быстрая? Так. А! Ёкарный бабай. Блин, да что ж такое? Смотрите, мама длинные ноги вышла на охоту. Ай! Ай, всё. Угони в друг друга типа застревали. А как теперь выйти мне? Дим, ты что сделал? А как выйти? Иди. Иди, выходи. Нет, иди. Иди ты. Надо свои факты выйти. Блин, как выйти? Да блин, нельзя выйти. Вот это орёт. Ага, пополкал. А нельзя выйти, всё, один мой. Да я её отодвину. Да блин. Да она сюда заходит. Ты дурочка, что ли? Ой, упустил. Всё, отлично, беги. Да ё-моё, она прошла к нам сюда. Быстрее. Вы чё, в одном месте были все? Ай, да, мы там, где спаун были, не могли выйти, они забаррикадировали входы все. Спасибо, ты отодвинул её, я выбежал. Я даже боюсь возрождаться, что сейчас будет? Она опять здесь стоит. Пацаны, давайте, кто первый пойдёт и спасёт нас? Гафака. Давай, Гафака, я уже ходил, спасал, давайте, твоя очередь, иди. Пока она будет тебя убивать, мы пробежим, давай, иди. А потом я в следующий раз, я обещаю. Отлично. Ты нам спас жизнь, Блин, сразу троих убила. Хорошо, ребята, ставлю еще жестче монстров. Я думаю, они будут посильнее. Они будут жесткие. Готовы? О, давайте, это какой у нас? Ооо, вот это быстрый. Серега, беги. Да ну. Это очень быстро. Ребята, я нашел быстрых монстров. Сейчас будут все страны. Сейчас я их поставлю штук 90 тысяч. Кого ты поставил? Готовы? Конечно. А я предупредил вас? Предупредил. Меня не слушали. Мы слушали тебя каждый день. А-а-а, блин, невозможно. Вот это психи. Они даже позастревали-то. Надо их освободить. Ё-моё, ничего себе, они быстрые. Тихо. Бегите. Мама мия. О, я вижу, как начинает все умирать. Ну все, это хорошо. Так, я на кассе здесь буду хлеб пробивать. Ты говнюк. Серега проиграл! Меня и тучка застопит. Ай! Блин, смотрите, как ребята смерти пошли. Вот это сильно уже было. Нет! На спаун. Вы боитесь? Иди, не бойся. Есть! Отлично! Серега, спасибо, что нас спас. Или ты выжил? А, ты выжил? Видера, Кингалверси сливаются. Я тебе сейчас подлючку сделаю, Дим. Не надо. Не надо, пожалуйста. Они тебя убьют зато за это. Окружают, смотрите. Быстрей. Беги. Бегите. По кругу будем гонять. Нет. Отлично. Я их обманул. Я ударился в угол стола, нога вонючая, кривая. За мной 5 гонится, хаги-маги, Дима. Капец, ты там вообще орду ведешь. Классно, ребята, так я и хотел. Да мужики, ну хватит трусы тут покупать свои. Да блин, сейчас чуть не убили. Ай! Сам же его освободил. Понимаешь, короче, скидки, они пришли на скидки. За рыбой мороженое. А не рыба идет, ребята, напишите в комментариях, что едят хаги-ваги. Они ж монстры, по-моему, что-то должны есть. Ай! Да ё-моё, задрался умирать уже. Мама мия, орда просто, орда хаги-ваги идёт, Дима. Ай, блин, я их боюсь. Блин, они так за угла резко выходят, это реально так стрёмно. Они очень быстро, они страшные. А, беги, быстрей, туда. Ё-моё, так куда бежать? Чё, музыка такая играет? Тогда, пацаны, а чего на спауне стоите, крысы вы? Гафака и ЛТВ стоят на спауне, понимаешь, Серёга? Да. Вот так, да, значит, вы? Хорошо, мы ваше очко подсчитывать не будем. Да блин! Серега, готов взрывчатку, будем их взрывать. Взрывать? Да, давай, взрывай их всех. А, они от ядерной бомбы не умрут, надо только СЦ-1000 взрывать. Давай, взрывай. Ой, сейчас, короче, бомбы разбрасывают, это не дает бомбы разбрасывать. Давай, Дима, быстрее. Да готовлюсь, иду, бегу. Одна бомба есть. Надо бежать, она сейчас может взорваться, кстати.
Еще одна тут бомба есть. Я, короче, распределю по всей карте эти бомбы. Я помогу тебе. А! О, один слился. А, пацаны, извините. Ну ты, Дим, конечно, молодец. Да я не хотел. Ой, я убегу оттуда. А что такое наши умирают, они не умирают? Ну так надо. Он сзади бежит, господи, я его испугался, не на что он сзади бежит. Ой, там что-то, о, умерли, еще взрывы есть. Пацаны, спасайте, они не отступают. Ай, не хай. А, яма, нет, лучше, я не знал, чтобы в яму я упал, чем они меня убили. Ой-ой-ой-ой-ой, взрывы идут. Бабах просто. Они не умирают? Бабах, бабах. А, умирают. Так, бомбы разбросал. Теперь можно и ядерную бахнуть. Во, вот это. Давай. Ай, а я загорел. Во, смотрите. Два ядерных. Хорош, все, мы всех убили. Ну что, почитаем голоса. Больше всех раз умер у нас я. Ну ладно. Да я специально поддался. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ух ты, ё-моё, я ж дёрнулся.